И теперь мы попробуем написать еще внизу землю, часть земли. Да, опять же, смотрите на акценты, да, у нас есть здесь тон более концентрированный, да, коренцев, в частности, листья в начале, птица, да, и то, что более слабо написано. Землю можно писать очень непринужденно, чтобы здесь не чувствовалась сделанность, искусственность, да, мы ее пишем вот так.